На ЦСКА ТВ Александр Гришин, старший тренер нашей молодежки. ПФК Терек 5-0. Поздравляем с этой победой. Что скажете об игре? Ну, если абстрагироваться от результата, то игрой мы недовольны. Недовольны это однозначно, потому что футбол не прощает расслабленности. Футбол – это игра для умных людей. Мы перешли на то, что начали быстро зачем-то брать. Надо играть в футбол умный. Поэтому, еще раз говорю, если первый тайм мы играли неплохо, то во втором тайме это просто позор. И, соответственно, никто футболистов защищать не собирается и не будет. Если мы сыграли плохо, значит, мы сыграли плохо. Учитывая то, что, будем откровенны, Терек приехал в 95-м году рождения, ни старших ребят там не играло. Поэтому мы сейчас в раздевалке все скажем, что футбол так играть нельзя, футбол играют для зрителей. И если мы забили 5 за 45 минут и закончили играть, то тогда это большой минус этой команде, которая сейчас есть. Показалось, что именно замены, которые вы произвели, в какой-то степени порушили игру, которая была. Так ли это, и что вы собираетесь с этим делать? Ну, здесь и вы, и мы все это увидели. Конечно, три человека, которые вышли на поле, сыграли безобразно. Игра сломалась. Здесь не надо быть каким-то супер там болельщиком или супер тренером, чтобы это увидеть. Будем разбираться, значит, эти ребята будут сидеть до последнего на лавочке, пока они не поймут, что надо играть в футбол в командный. И очень обидно, что так получилось. На самом деле первый тайм неплохой был, и зрители были довольны. Просто мы получаем столько зрителей на трибунах, потому что наши футболисты привыкли, если я 1 или 2-0 веду, игра заканчивается. На Западе игра не заканчивается 90 минут, люди приходят смотреть на футбол, а не на катание мяча на своей половине поля и показывание себя, какой я красивый на поле. Да? Футбол играет команда. Футбол надо показывать красивый. И, соответственно, вот этого не получилось, что очень огорчило. Да, игра давалась легко, но еще раз говорю, играть в футбол надо правильно.